Привет, с вами Айс, и рандом определяет того, за кого мы будем играть. И определил нам Самсона, братюня. Блин, а за кого мы за него прошли? Да никого, да, кажется. Или подождите, если выйти и посмотреть. Вроде никого. Блин, это скорострельность, это такое чудо. По сравнению с прошлой серией. Да пофиг, что я потерял жизнь. Это скорострельность, это... это... вау. Да и... ну ладно. Отлично. Получив урон, мы, конечно же... это как его? Получив урон, мы прокачали свой урон. До небывалых просто высот. Теперь у нас целых 3, наверное. Да. О, привет! Давно не виделись. Как все дела, Крот? Все так же понуром. Все так же гоним с огородов. Лопаты убивают, говоришь? Да не, у меня нет лопаты. Молотком еще бьют. Резиновым, говоришь? Нет? У меня нет резинового молотка, прости. Вроде урон неплохой, да, но... как-то он спамит дофига подряд их. А, он у своих бомб взрывается, это хотя бы прикольно. Плюс ХП дали нам. Означает это, что нам ничего не дали полезного. Ну, бомба, ключ. Рискнуть, не рискнуть. Эти бывало то, что на уровне нету ключей, поэтому я не буду рисковать и оставлю его на золотую комнату на втором уровне. Вот так вот. Законсервирую этот ключик, и пускай он у меня будет. Так. Оба. Отлично. Отлично. Похожая комната недавно была. Одной из серий. Хотя, блин, их столько уже. Игра, конечно, отличная. Реиграбельность у этой игры потрясающая. Сложность варьируется из-за этого, да, то есть из-за рандома. То есть, если она была бы очень легкой, она рано или поздно бы надоела. Если она была очень сложной, то в нее бы не играло, ну, играл бы меньше народу. Многие бы забивали быстро, понимая, что слишком можно, много нужно задрачивать и так далее, чтобы его пройти. Вот. А эта игра в самый раз, она великолепна в своем роде. Золотая муха, блин, на меня как на мед летит.
Хотя это пчелы на мед летят, но, блин, мухи вроде не золотого цвета, поэтому, возможно, это все-таки пчела, а не муха. Супер! Супер! О, какой богатый дроп-то, а? Какой богатый дропом сундук, да? Это будет более правильно. Высказанная и верно сформулированная мысль. Иногда просто много разных мыслей, и хочется с вами как-то поделиться ими. Вот StarCraft, когда комментируешь, да, какой-нибудь матч, там все просто, то есть... Такой-то билд, такой-то это, когда сражение можно говорить просто по игре, не надо ничего выдумывать вообще. Просто говоришь по игре, ничего не выдумываешь абсолютно. Тут же говорить просто по игре, я уже, честно говоря, не знаю, что... У меня нет таких каких-то обширных знаний по этой игре, да, чтобы... Кому-то давать советы, как играть, например, или... Что-то там. Поэтому я пытаюсь... Иногда поговорить на какие-то пространственные, отстраненные темы. Не всегда получается. Иногда очень злой бываю на игру, называю ее рандомной. Не путайте с другим словом, плохим. Вот, и тут такой вот... Постоянный рейндж на игру, с одной стороны, с другой стороны мне нравится. Вы сами понимаете, что если бы мне не нравилось, ну, блин, даже ради того, чтобы тупо, не знаю, проходить ее, я бы играл в нее, ну, может быть... Two of diamonds. Раз, два, в три дня. Это не значит, что в игры, которые я не играю раз в 2-3 дня, мне не нравятся. Многие игры я просто хочу растянуть. Удовольствие. Ну, вот такие игры довольно-таки долгие, в которых долго можно играть. То есть, если нам не нравилось, я бы не очень редко играл, естественно. Ну, не очень редко, но играл бы реже. Она очень в последнее время как-то завладела мной, эта игра. И очень много именно свободного времени записи я посвящаю. Единственное, что еще Dishonored мы почти каждый день есть. Нет, пока каждый день выкладываем. Вот. Это неделя. Забросила, к сожалению, некоторые игры, типа Vessel и... Блин, у меня просто вообще нет желания сейчас играть в Vessel. Игра хорошая, и желание появится, я знаю. Ну, не сейчас. Вот, и Knuckler Throne, кстати, можно поиграть на днях будет, записать серию. Вот, Silent Hill немножко подзабросил, тоже надо было записать без серии, думаю, что завтра, скорее всего, запишем. Техническая ты, блин, какашка, превратись в какашку, мини-босс ты сраный. Ну, зачем мне вот постоянно... Зачем мне постоянно, блин, подсовывать этого гада? Блин, ладно, все спокойно. Успокоиться просто. Я слишком на него, блин, злюсь. Он просто взрывает пуканы раз за разом. Казалось бы, я успевал улететь. Ну, блин, казалось бы. Вот именно, что казалось бы. Хорошая таблеточка. Что там с секретками? А заходил в шипастую? Makes you laugh.
Да и даже ДПСа не хватает, чтобы убить ее сразу. Я не помню, заходил я в шипастую комнату или не заходил. Кажется, нет, да? Да, не заходил. Лучше бы и не заходил. Я здесь. Почему сделка не пропала сразу? Вопрос. Какая, блин, все-таки плохая у меня. Ну как плохой радиус, да, слезы самая очень, она маленькая. Красота, блин. Я забыл, что у меня, блин, другой артефакт активный стоит. И понятно, да, я хотел его в кучу говна превратить. Поэтому как бы не подстраивал бить их как-то там специально. Просто типа нажму и все. Конечно. Там полтора сердца на этом потерял. Молодца, магием умеем, живем. Ну блин, ну откройся. Да попади. Было бы досадно, если он сейчас бы опять был восстановился. Согенерировался, блин. Как ящерица, отрастил бы себе хвост заново. Только не хвост, а все тело. Ну что вот за херотень происходит, действительно? Такая фигня, блин, просто взял, застрял. Взял, застрял, но ни на чем, абсолютно. Что-то ни на чем. Интересный сундук, конечно, в испытании, блин, с половинкой красного сердца. Тут троллинг, блин. Зачетный. Мега зачетный. О, я их убивать буду 3 года. Не 3 года, 2,5. Окей. Ключ дали. Хорошая награда. Спасибо. Спасибо, игра. Не забуду век за ключ этот. Вот так вот, изи.
Ну? Гадская... ходячая... фигня. Блин, убить бы одного червяка хотя бы, ДПСа нету. Да и... да пошла она нахрен, блин, да хрена я в нее играю вообще. Говорите, люблю игру, да блин, бред это, а не игра. Шучу. Ежики кололись, но продолжали жрать кактус. Или кролики, какая разница. Кролики кололись и продолжали, блин, жрать ежиков. Вот что я хотел сказать. И с этого сказал про ежиков и как. Ну, в общем, ладно, не важно. На самом деле, вот если заяц или кролик любит ежик, он же его обнимет и плевать на колючки, крепко-крепко обнимет, скажет: друг ты мой, как я давно с тобой не виделся. Слушай, даже попасть нельзя. Ну что это? Ёпарасота. Что это за подставуха? Кубик D6. Берем. Пускай со мной пет бегает. Ай, как этот камушек, да, расшибить бы, чтобы на сердца же отсюда не вылезут оттуда, скорее всего. А, вот, блин, вот так вот, так хитро, смотрите. А я подумал, что нифига, спорим, Bad Trips? Серж говорил. Чё спорить, блин? Я просто знал это, блин. Это не могла быть нормальная таблетка вообще никак. Это было бы не мое прохождение. Чё это за херня? Хеллсдоун, зашибись. Да понятно, всё ясно. Все эти, блин, хероглазые, хагоглазые. Эх, досада-то какая, досада. Ну реально досада. Взял два синих сердца. Таблетка Bad Trips, хил этот, сердце минус, еще красное одно. И получил урон, но это просто уже, блин, со зла реально получил. Аж сил нету, блин. Что за издевательство? Что я сделал? Надо было, блин, взорвать. Камни-то все исчезли просто. Ой, ладно, все. Потом таблетка говно. Подожди. Спи. Я же говорю. Даун. Еще проще хрен даунов. А, все снижается, все снижается. Если бы не ДПС сейчас, причем искусственно за счет урона развитый, да? Я бы вообще этого босса хер убил. Хрен убил. Фиг убил. Не убил бы. Смысла брать уже нет. Да и в принципе вещь неплохая, с босса выпала, я бы все равно ее не реролил. Бай. Как-то так, всего лишь четвертый уровень, блин, а потеряли столько ее. Я зайду. Я как бы намекаю в последнее время. Не заходи в шипастые комнаты.
Я все по привычке, блин, захожу и захожу. Надеюсь, что там что-то будет хорошее, полезное. Ну, будет. О, привет, пчелиный рой, или как вас называть? Пчеломатки. Нет, не похоже на пчеломатки. Да убей его, вот. Пет, блин, нахрена я тебя брал? Пенды, просто па, да? Почти ПНХ. Ну вы че шутите, что ли? Да. Чтобы я ПН этот хал взял. Ну, в общем, то, что там было ПНД или как. ПДД практически. Давай, 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 Пет. Мочи козлов. Хорош. Ну что, пойдем рерольнем, а? Шприц. Который нам не понравился. Игра. Ну, игра просто троллит. Блин, не знаю. Жесть. Она просто троллирует меня, блин. Она говорит, возьми это, если ну не хочешь, ну возьми еще опу уже. Скилл? Скилл. Ладно, идем. Хотя бы эту хрен с ним возьму, возьму, все. Возьму бомбы, блин, все. Уговорили. Блин, червяка. Ну это вообще, ну это ни в какие ворота вообще. Вообще ни в какие ворота не лезет. Ретро-вижн. Ну, взорвись где-нибудь там, вот. Убейся. Отлично. Денег нету ни хрена. Надо есть куча бомб. А если есть бомбы, значит у нас есть из банка деньги, но... Понятно. Нам не пригодятся. Ну, это говно. Классно, 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 все прекрасно. Вот зачем нам столько денег, если тут нет магазина? Ну блин, ну что за нафиг? Ретро-вижн у вас, блин, размытый, блин. Ни хрена не видать нормальный. Thank you.
Ну. Не нужен мне этот ключ. Можете себе его оставить. Глупо, наверное, я его взял, но... Тут не может быть. Зря потратил тут. У босса тут нахрен убьем сейчас еще. Ну, без потерь. Не видать секретки, не видать сделки. То есть. Да. Можно было зарёлить два раза, в принципе, но что-то я не... Ладно. Всё понятно. Два сердца в этом испытании синих, это даже очень неплохо, которые нам дали, поэтому доволен, спасибо за комнату, вполне себе, ничего. Попрыгунчики эти опять, блин. Так, целая батарейка. Да. Ну какой это уровень, я не помню. Это такой троллинг, блин. Таблетки этот минус жизнь, блин, падают просто, не знаю, с таким изобилием. Забирай. Не хочу. Ну ладно, ничего страшного, в принципе. Падают, да и падают, хрен с ним. Не только что они падают, правда.
блин, ну сложно вот этих мух, блин, подловить. Так, чтобы они не в меня взорвались. Ну. Отлично. Дай. Понятно все. Стараемся как можем проходить. В принципе, у нас больше ничего не остается. Отлично. Сразу взорвали эту губкомпанию. Блин, большой уровень, как бы тут не два босса было бы, да? Вполне возможно. С этой стороны, ну как я его должен был увидеть, блин, как меня это бесит. Своя тупость меня бесит больше. Я вымещаю это на игру. Так бывает всегда. Да. Пум-пум-пум-пум-пум. Какая будет? Какая разница, блин? The Empress. Да, нафига не на боссе использовать хорошую карту? Давайте ее тут используем. Да какая разница, какая хорошая? Чем она хорошая? Тоже мне хорошая карта. Великолепно еще сказать. Ай, жесть какая, ай, жесть. О, сердце свое пропустил. Синее. Хорошо, что не телепортнула. Вот единственное, что я могу сказать. Потому что я задолбался телепортироваться отсюда. Нормально еще. Сундук пустой. Куча бомб зато, смотрите. Их можно есть на завтрак, на обед и даже на ужин. Two of clubs.
что за масс пушен, я не знаю. Да ладно. Ты имбаш тогда, не? Тут действительно будет два босса на этом уровне. Там же две золотых комнаты. Это разве не имба? Если комнаты можно вот так травить. Или это с каким-то шансом больше? Да не, ну это имба. Так, да. Вообще имба. Блин, получил урон на каком-то хер пойми чем, блин. Паучке, блин, мелком. Я его даже не увидел. Ну реально, я его даже не увидел. Паучка этого. А где был Абус там? Давайте зайдем в спасную комнату. В надежде, что там будет что-то полезное. Ну как сказать, ну. Перезарядка при уроне, артефакты. К сожалению, у нас он не боевой, поэтому. Сложно будет ну, как сложно? На боссе что-то сложно будет револить, если ты уже всех убил. Это да. ДПС зато у нас после такого урона просто максимальный. Ну после того, как мы получали кучу урона. На боссов травит этот яд наш, а не травит нифига. ХП, блин, да не хочу я ХП. Вон, пускай пока. Может какой-то урон получил специально. Нарочно. Будем, конечно, стараться не получить, но. Если вдруг, может, зареволим вещи. Но где-то есть. Твою же... По какого хрена нас не заревлялся? А? Почему кубик у нас не восстановился? Потому что нас телепортнуло, да? Из-за этого? Странно. Очень странно. Хотя, может, как пофиксили все это дело. Скорее всего. Пожалуйста, не надо меня телепортировать, если я получаю урон. Так сложно играть, я в нубах. Да, сука. Игра, сука. Тупая игра просто. Искали, не нужно телепортировать. Не нужно, ты не слышишь? Шучу я. Ладно. Че на игры наиграть раздражение, когда мне вообще пофигу. Телепортнуло, да телепортнуло. Мне вообще плевать.
можно сказать, что убить хочется. Как мы были, ничего сверх мы не получим, идем дальше. Блин, зашибись, еще и карты нету. Можно убивать было близнецом. Блин, урон 3. Да. Чем-нибудь разбить можешь, а? Дай геймпад. Я не буду в Айзека играть, а? Красота. Жалко. Геймпад. Под гейм, блин. А что это за мега карта? Вы сдохните, а? Заходим, получаем, выходим, юзаем карту, восстанавливаем хп, идем дальше. Заходим, юзаем. Зачем-то нет мобов. Да. Это было весело, согласитесь. Это еще веселее. На шипы, на шипы, наступаем на шипы. Ну и как вы предлагаете убивать эти глаза нормально? Хитро? Твою мать, а. Я думал, все, пипец, не пройду. Все, это уже называется поплыл. Конечно, конечно, ну. Ничего, да? Змейку, да, спасибо. Ракушку, да, спасибо. Больше ничего не дадите? Конечно же нет, да? Понятно. Куда мне идти дальше? А, карты нет, нифига нет. Что делать, хрен его знает. Тут даже и жизнь не выпала. Пытаемся как-то чего-то там замутить, завертеть. Понятно, что это так. Потому что нифига не выйдет. Как бы ни старались, в принципе.
Я ненавижу эту игру за это. Мне она просто выводит. Но я ее обожаю. Как вот так вот? Странное сочетание. Все, кранты. Ну и ладно. Подумаешь, да. Делов-то куча. Не прошли ни хрена. Походу дела. Даже шестой уровень. Ну не шестой, а первый уровень пробы не прошли. Ну бас я! Не умею я проходить игру эту. Не умею я ее проходить. Вот. Не умею ее проходить. Хотя, ну бас. Тупой. Глупый. Криворукий. Ну бас. Который даже эту игру нормально пройти не может. Играю в нее уже неизвестно сколько времени, блин. Руки эти, блин, не пройдут, понятно. Хорошо, толку у меня пол хп, блин. До босса почти, почти дошли до босса. Спасибо всем, кто смотрел это измывательство. Что можно сказать после игры? Ну бас, игра отличная, игру люблю, сам ну бас. Пройти не смог. Всем спасибо и пока. С вами был Нубас.